Друзья, всем огромнейший привет. Сегодня будем делать самоделочку вот с такого вот мотора от печки. Это от девятки, если я не ошибаюсь. И кусочек корстекла, ну, я думаю, наверное, 10 мм толщиной. Первое, что будем делать, сейчас будем рисовать. Теперь возьмем и будем отмечать. Нам понадобится отметить 100 мм. Длину давайте сделаем. Все на глаз. Сделаем пока 15, 150 мм. Берем лобзик и начинаем потихонечку отпиливать. В принципе, одна деталь готова. Мне понадобится таких две. Крутые чемпионы? Да. Крутые боссы? Да. Постоянные обновления? Да. В Red Shadow Legends есть все. Эта игра возвращает все воспоминания из вашего детства. И при этом обладает потрясающим геймплеем и возможностью взять игру куда угодно. Например, как я в мастерской. В игре существует 16 разных фракций, такие как орки, гномы, орды нежити и многие другие. По мне, так лучшая фракция – это орки. Племена орков, примкнувшие к Аравийской королеве, контролируют различные районы – от Дарнемского леса до пустошей. Выращенные в рабстве, орки готовы пойти на все, чтобы выжить. Рейд постоянно выпускает новых чемпионов. И вот вам концепт арты некоторых из них, над которыми Рейд сейчас активно работает. Обратите внимание на детали этих персонажей. Вы просто не увидите такого качества детализации в мобильном гейминге где-то еще. Меня вы можете в игре найти под ником Воин167. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи 50 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 5 загадочных осколков, запас энергии, один день ускоренной прокачки, ключ кланового босса, а также крутого чемпиона ворожею в качестве бонуса. Поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Получились такие вот две пластины. Одну пока откладываем в сторонку. Берем нашу крыльчатку и примерно вырежем. В общем, вырезал вот такой вот я отверстие. Также отрезал кусок стекла шириной 120 мм, длиной 760 мм. С другой стороны, через каждые 1.5 сантиметра циркулярочкой на пол глубины я прорезал. Сделал разметочку, от края отступил сантиметр и далее через каждые 2 сантиметра сейчас будем сверлить отверстие. Так, приставляем ровненько и делаем одно отверстие. Начинаем собирать. Берем саморезик. Верхнее у меня отверстие больше, нижнее, чтобы не могло закручиваться. Так, аналогично сразу делаю, наверное, я с предпоследним. Ну, а теперь можно все это пройти и засверлиться. И закрутить сразу. Теперь нам, как понимаете, нужно все это загнуть по кругу. А делать я это буду при помощи фена.
Получилась у нас вот такая вот улитка. Ну, почти все идеально. Ну, тут немножечко есть, конечно, такие небольшие перепадики. Ну, практически все четко. Сейчас примерно здесь вот по центру буду сверлить короночкой 67 миллиметров сквозное еще одно отверстие. Берем мотор. Есть такая задняя крышка у нее. Я здесь ушки отрезал и сделал сразу прорезь под провода. Теперь заводим все это сюда. Берем нашу крышку и устанавливаем ее на место. Друзья, в общем, немножечко я покрасил, все стыки я прошел термоклеем. Получилась такая вот пушка. Просто на самом деле дело немножечко другое, а теперь тут получается у нас очень мощное всасывание. Я уже теперь задумался, может быть, себе стоит вытяжку сделать. Как бы уже тут, в принципе, готово есть у меня вот такой раструбок, да, я уже сделал. Убрать переход на 50. И сделать под сотку, чтобы не было сильного заужения. И будет четко вытяжка сделать через стену. И можно, когда там сварочные работы, что-то делать. Не знаю. Посоветуйте, пожалуйста. Вообще дело для раздува для горна, чтобы раздувать горн, регулировать. Даже сделал вот такую вот лопасть, чтобы можно было закрывать, регулировать подачу воздуха. Ну, блин, не знаю теперь. Вот жду от вас вашей помощи и подсказки. То есть, ну, была задумка сделать это вот таким вот образом. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Насколько мощный он получился. Друзья, получился, в общем, вот такой вот аппарат. Блин, не знаю, куда теперь его применить. То ли сделать вытяжку, то ли сделать горн, то ли сделать, чтобы раздувать листву тому, ну, не знаю. Напишите в комментариях, что можно сделать. Просто, ну, реально рабочая тема получилась, тем более дешево и сердито. Из подручных средств и старого мотора от печки. Друзья, на вам всем огромнейшее спасибо, кто досмотрел этот ролик, кто смотрит меня. Всем вам жму руку, всех вас крепко обнимаю. Напишите ваше мнение. Может быть, предложите что-то сделать еще с этой шайтан-машины. Я, конечно, чьих больше комментариев будет, какую поделку сделать из этого, я, конечно, воплощу это все в жизнь. А вы, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Пока-пока.